Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Farming Simulator 22. Прошли годы, нет, год, наверное. Ну, что-то типа того. А, декабрь, такой бесснежный. Сменил я курс плей. Курс плей — это вообще отдельная песня. Я карту залезу. Так удобнее рассказывать. Решил я, ну, дай посмотрю, может, курс плей стал нормальным. Курс плей, он, конечно, может, нормальным и стал. Но, так мой курс не пропал. Написали там в почноуте, что до сих пор комбайн не может работать с разгрузкой, с этой, ну, с трактором, который разгружает. Комбайн может только заниматься саморазгрузкой. Ну, хрен бы с ним, и там кучу багов типа исправили. Я запустил, ну, поставил трактор вот тут с удобрялкой, думаю, да, вот, удобрю вот это вот. Ну, нажал расчет, все это, и у меня трактор... Нарисовал курс, короче, удобрять вот отсюда, вот так вот, вот так вот. Тут он почему-то затеснялся дальше удобрять. Дальше он удобрил у меня мельницу, курятник и все такое. И закончил вот тут. Такой он курс нарисовал, вот так вот. А другие попытки привели к тому, что он вот так вот это заштриховал этот кусок. Почему он считает вот это полем, я не знаю. Тут и дома, тут и чего только нету. Но он считает это одним полем. Да, такой вот курс хороший. Так, что у меня, собственно... С живностью. Зерна 75 литров. Круто. Но я потому что один мотанул месяц. На самом деле все созрело месяц назад. Но я прощелкал с мельницей. У нее опять забился буфер там. Вот. И чтобы все вот это вот вывести. Короче, я вывез. В ней еще оставалось зерно. Я мотанул еще месяц. И довывез остаток. Теперь на мельнице пусто. На мельнице ж пусто. На мельнице пусто. Прекрасно. Вот. Как-то вот так. Ужас. А теперь все это надо продать. Я немножко накопил. Я тут, правда, чинил технику. Надо бы комбайн, наверное, еще починить. Да, далеко его возить, чинить. Ну, давайте, значит, начнем с комбайна. Чего нет? Комбайн шатанный, поэтому давайте его чинить, заправлять. Смотрю, что по деньгам останется. Вообще, у меня мысль была взять в аренду собиралку камней и собрать нахрен эти камни, которые мне бьют технику. Это, во-первых. Во-вторых, поля уже довольно большие получаются. Да, кстати, могу, наверное, еще поле купить. Я думал, оно где-то в районе пятихатки, 50, вернее, стоит. Да нет, не 50. 50 мало. Ну, короче, в районе стольника то поле стоит. Я, конечно, могу еще поле купить. А, и у меня будет еще больше зерна. И мельница точно справится. Вот. Курятник я хотел второй купить, кстати. Ну, посмотрим, что выйдет. В общем, камни бьют мою технику. Мне это очень не нравится. Она продолжает ее бить. И, в принципе, чтобы вкладываться в ремонт, покраску и так далее, тут, впрочем, в общем, нехилое количество денег надо жахнуть на все на это. Надо что с камнями делать. Это не дешево собрать камни, это долго собрать камни, потому что захват у собиралки камней маленький. Но это, наверное, надо сделать. У меня отключена генерация камней дополнительная, ну, то есть новая. Новые камни не генерятся. Но то, что уже нагенерилось, оно лежит на полях. С этим надо что-то делать. В общем, как всегда, много чего надо, а денег не очень много. И, в принципе, если купить еще одно поле, вот там самое нижнее, вот там, ну, короче, 50 какое-то оно, можно уже верхнее поле прицеливаться под оливки, виноград, по всякую такую шушеру. Потому что зерно-то они обеспечат, а верхнее поле, оно не такое удобное, чтобы его в томате убирать, там все время соседский забор упирается. Мне это не нравится. На гербицид моих полей уходит целая поливалка. Вообще целиком уходит. А в нее влезает, наверное, вот почти вот эта штука. Бочка. Как-то так вот. И уходит... Чё-то около 1000 литров удобрения. Или она в чем меряется, вот это сыпучее удобрение. В общем, оно и уходит. В общем, мрак. Столько всего улетает. Ну, понятно, что да, приходит побольше. Так, ну давай. А, починить. Ну, видите, состояние краски. Пипец. Починить. Ну, давайте, ладно, пятнали. Ладно, перекрашу. Черт с тобой. Вот так. Вот денег. Денег нету. Блин, померещил, что 2000 у меня осталось. Нафиг. Дорого техника обслуживать, да.
камни бьют краску, они не ломают технику, по-моему, они бьют краску. На что влияет краска, хрен его знает. Ну, наверное, ломается быстрее техника. На что она еще может влиять? Ну, типа ржавеет. Да, и мойку бы не было. Ай, все надо, все. Всего и побольше, сейчас еще заправлю его и отправлю его убирать. Вот, а сам отправлюсь продавать. По-моему, сейчас декабрь, пик, и все такое. Ну, может, январь пик, ну, в принципе, нет. В декабре все продам. Денег надо. Денег надо, надо что-то делать. С этими полями, с этими камнями, с этой всей шушерой. Я бы еще прицеп взял под зерно побольше, но маленький трактор не сможет его таскать. Вот не сможет его таскать, при всем желании. Он маленький трактор, конечно, удобный. Но побольше. Либо для ускорения просто трактор побольше, который будет удобрять. Ну, потому что большой трактор сеет, ездит. А удобрялка, если удобрялка его быстро догонит. Удобрялка там она в три раза шире сеялки. То есть он втрое быстрее будет поля фигачить. А выигрыш по времени не очень большой. Хрен знает, странно все это будет. Ладно. Нет, наверное, все-таки сначала курятник. Потом поле еще, потом переход на виноград. Вот тут-то я технику и поменяю. Блин, так говорю, как будто мне 100 денег придет. Но... оно ж не придет. Какие деньги в мирное время? Да. Давай. Пролезай. Ать. Давай, заправляйся. А, оно двигается. Хорошо. Подвинул. Давай, заливай. Комбайн заправляется раз в несколько лет. Но от души заправляется. Блин, сколько у меня было? 70 с чем-то? 75? 20, 25 уже ушло. Ну, починился, правда. А трактор я починил в прошлый заход. Я сеялки-веялки не чинил, да. Ну, а, 400 денег, но немного. Топливо сам маленький, кстати, раз. Вот, слушайте, а там у меня что, мед полный, что ли, за это время набрался? Блин, с ним тоже что-то надо сделать. Это ж полный мед, да? Или у него еще слой? Не, по-моему, полный. Ладно, сейчас займемся распродажей. Так. И пошел. Так, все, отлично, вали. Так, этот трактор. Ну, вообще, да, у меня там курицы. Короче, все, продавать, все. Все нафиг продавать. Тут ничего больше нет, ничего. Ну, трактор, заведись, поехал. А, собственно, зачем мне это? Отцепляй. Этот прицеп мне не нужен, мне нужен вон тот прицеп. Прицепился, молодец. Ты не нужен, нужен ты. Так, сейчас возьму прицеп вот этот погрузчик. С автопогрузкой. И все, короче, все вывезу нафиг. Чем я тут? Прицеп 4, наверное, муки. Ну, так нормально должно быть. Я, конечно, сначала свожу в пекарню, но надежда слабая. Мне кажется, пекарня с прошлого раза не оклемалась. И там еще лимит не выбран. Ну, ладно. Ну, да, потом на это, на фермерский маркет. Так, я сейчас еще подберу. Там вот неполное есть. Ну как? Целый все равно с этого не получится. Ну, как-нибудь. А, больше нет, да? Третий ряд не строится. Ну, пошли смотреть, что по продажам. Что у нас по продажам? Муки. Муки. Мука. Дынь. А, колебания. Декабрь топ. Итак, 690 продуктовый рынок. Как ни странно, самое... И он уже падает, да, собака? Продуктовый рынок самое у нас вкусное. Погнали. А раньше пекарня... Вылез, да. А раньше пекарня была самая вкусная. Так.
А знаете, что я сделаю? Да. Именно это. Продуктовый рынок. Тебе. Нарисовать поле. Здорово. Так, дать работу. Перейти. Ты не можешь продажу сделать? Да и работа в поле работает в поле. Нет, это перейти. А, это новое работает в поле, да? Он ничего не может. Чё ты его заколбасил? Это странно, потому что он с грузом. Я же могу дать ему команду разгрузить куда-нибудь, что-нибудь. Но нет. Не могу. Так, стопы, а рынок это... Вот не это случаем, а? Погоди, погоди, стой, ты разлетелся. Если вот это вообще класс. Так, продажа. Я вот... Да, это он. Ой, я сейчас за 5 минут все продам. Вообще красота. Так. Просто видите, я даже не могу вам что-то дать задание куда-то выгрузить. Я в заполненный зерновой бункер. Ну, что поделать, заполнен. Сейчас буду метаться между ними. Да. Куда деваться-то? Это первое сообщение про заполнен. Это еще не все. Так, а денежек ты что-то как-то... Еще скажи мне, что у тебя лимит. Нет. Просто неудачно стоит, да? Так, отлично. Переключаемся. Заполнен, и ты где? Ага. Че это на 1000 продал? А, на 1000 последний у него продал. Ладно. Нет, ну деньги будут. 3 прицепа, 3,5 прицепа. Плюс еще курицы. Плюс еще я могу на самом деле, я сейчас вот загружу мельницу, могу месяц подождать. И еще продать. Потому что следующий месяц все еще продаж. Хотя там еще не с мельницы, потому что много зерна очень. Надо, на самом деле, 2 месяца ждать. Ну ладно, месяц тоже хорошо. Давай, 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 вывалим. А, он тут и встал. Тут он и кончился. Хорошо. Хорошо. И надо бы тот трактор побыстрее освобождать, чтобы он уже начал тут засевать. Блин. И курять не хочу, и камень хочу. Но может мне на все хватит. Я ж пока только один прицеп продал. Так, я сейчас сразу вытряхну. 60% довольно много. И чтоб мельница не простаивала. Пусть фигачит. Вот ее переполнение выходного бункера, это, конечно, беда. Ее так загрузишь, влазит-то в нее дофига. Загрузил, вроде так спокойно сидишь, время мотаешь, все хорошо, а потом мельница какой-то момент встает и стоит, и все. И вроде она готова работать, но ее выходной этот бункер забит. И она не расширяется, я понимаю. Так. Ну как, ее заапгрейдить нельзя. Причем мне кажется, что мельница, которая тут на севере, которую покупать можно, городская, а мне кажется, у нее бункер больше. Ну, она на вид не такая какая-то вот. Кстати, а может тут разные мельницы есть, большие и маленькие. А черт его знает. А, и стоит. Не выверну. Кстати, гидрант. А что-то можно воду было набирать? Черт его знает. Ладно, уже не актуально. В общем, как-то у меня все тут быстро-быстро так пошло. Бегом просто. С одной стороны, все неплохо это. С другой стороны, очень много суеты. Хотелось бы к этому курс привлечь. Слушайте, я сейчас... А, курица же не кормленная. Блин, у меня... Да. Все перемешано. Курс, курицы... Что вижу, о том пою.
То есть надо следующее зерно курицам высыпать. Да-да, ползи. Ну, хоть деньги есть. Я, правда, пока еще далек от того, чтобы начать кредит выплачивать. Только вот технику всю починил. Ладно, не всю. На весной я не починил. Ну, не все. Жатку комбайна починил, а... И с чем я там ездил, трактор починил, не помню. Сдобрял, короче, какой-то. Вот. А остальное не чинил. Ну вот, 75 вернули. Отлично. Не, нормально. Деньги идут. То есть я точно не разорюсь. Где-то сотка будет, наверное. Я точно не разорюсь. Но зерно надо притормаживать. Я уже не успеваю это все обработать, такое ощущение. Ну, муку переработать не успеваю. Мельница просто забита. Можно как зерно продавать, оно не сильно дешевле, конечно. Дешевле, но не сильно. Но это силос надо такой строить. И в него засыпать. Вот. Ну и вот эту жалкую кучку потом продам. Не буду ее оставлять. В общем, все, на курятник точно хватает. А в курятник куриц я закину, ну, некоторое количество закину. Хотя нет, его весь можно заселить. Он 1,5 косаря, по-моему, там все курицы обходятся, что-то типа того. Ну, цыплят я имею в виду, не взрослых курей. Пусть растут. Я видал, на взрослых курей тратится. Ну, да, одного петуха для антуража. Вырастут там за несколько месяцев и будут нестись. Я буду еще богаче. И заодно часть зерна к ним свалит. Вот, наверное, так, да. И с каменюками разберусь. Вот курятник и каменюки. Останется что-то хорошо, не останется, черт с ним. Ну да, где-то соточка будет. А мне еще надо будет покупать гербицид. 100 пудов надо будет покупать. Удобрения, мне кажется, хватит. Гербицид придется. Семок тоже хватит. Так что да. Ну, бочка гербицида, она, скажем, 2000 стоит. Не бешеные деньги. Так. Так. Поехали. Но живенько страда проходит. Так, мне кажется, он там фигней страдает. Не, наверное, мне кажется. Все-таки штатный джампшут — это лучший кроссплей глючного. Так, ну нормально. Большой трактор сейчас уже за посевную примется, а комбайн за уборку. Чё ты останавливаешься? Погоди, ты останавливаться, я еще не доехал. А, все, заполнился, ну молодец. Дотянешься. На... Да, блин, вот ты же зараза, да. О! Раскорячился. Темно как-то, утро темно. Опасно. Вечер какое-то ощущение. Прям фары зажигай. Курицам, а то голодные сидят. А в год у меня, наверное, больше сотни деньгам приходит. Ну, я, получается, правда, там в невыгодные моменты продаю, когда, ну, деньги хоть немножко минус бывает. Надо, так сказать, на оплату джамшутов, а там минус. Надо минус вывести в плюсы, чтобы хватило на оплату джамшутов. Вот. Тогда, получается, ну, яйца не всегда хватает продавать по деньгам.
Но у них я вообще не смотрю на сезон, и это я просто оставил тут. С последней, так сказать. С последнего урожая куриц я оставил палец тут. Там, в принципе, ну, в минус и в минус. И оно стояло, потом я попродавал всякое в сезон. Да, наверное, около... Да больше, наверное, сотни угодно выходит уже. Так, курицам все свалилось, прекрасно. А курятник-то надо уже брать. И заполнять его зерном. Кстати, о птичках. Так, пошли. Брать курятник. А, брать курятник, брать курятник. Пом. А тут стройки нет, да? Вот так. Нет, не так. Вот так. Вот так. Вот так, да. Животные. А, куры. 80, да? Хотя крутить-то, елки. Вращать. Вот так. О, все. Пум. А мне больше не надо денег. Так, курицы, 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 курицы. Вот тут. Так, курица. 0 месяцев. Так, 6 денег. 55 денег, пошли нафиг. Так, ну, во-первых, петуша родного возьму. Я взял? Да. Так, и по 5 денег. По 60, да? Так. А, продать можно за копейки какие-то, да? Так, 3. А мне скажут, когда все, наверное. 4. Пять. Вот сейчас 59 должен дать мне только. Вот, 59. Все. Так, ну что, денег еще уменьшилось, но куриц стало больше. Прекрасно. Новый скот, 354 деньги. Новый скот. Поехали, 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 поехали. Сдавать. Так, 11. И это не полное. О, я могу тут не попасть. Так, закончил работу, молодец. Я могу тут по деньгам на камне собиралку-то не накопить. Это на том поле, на большом. Продал, молодец. Ну давай, сколько там есть сейчас курицам досыпать. О, мука пошла. Первая. Так, осталось продать яйца и продать мед. А, кстати, нормально, сейчас за мной комбайн перегоню. Все хорошо. Кстати, курей отображает взрослых почему-то. Ну, не важно. Накупил цыплят, а показывает взрослых. Это неправильно. Так. А в прошлом месяце на камнедробилке был повышенный спрос.
Ну, наверное, не по одной деньге за тонну камня, а по полторы дают. А то, может быть, даже и по две. Бешеный спрос. Очень меня забавляет, конечно. А на харде-то только бешеный спрос бывает только на эти... как? На камне, короче. Так. Начну с того края, потому что с того края оно камнями засеяно. Чтоб сразу, значит, следом трактор запустить. Да, и что-то надо будет придумать. С прицепом в аренду, наверное, возьму тоже. Корыто вот от крантовская. Если я правильно запомнил объяснение, куда можно камни выгружать. Ой, не уверен я, конечно, в этом ничего делать. Так, пошел. Собирает? Вроде собирает. Так. Ты? Нет, нет, ты. Иди куриц корми. Сейчас, наверное, сначала новых, нет, ладно, сначала старых. Не оголодают за пару часов, ничего с ними не случится. Хотя какая пара часов? Я им сейчас уже следующие корыты, я уже им привезу. Тут, кстати, еще один курятник улезет. Хорошая мысль. Блин, в курицу упороться, да? Ну, так, три курятника-то это логично, в принципе. Они прям в ряд встают. Правильно? Красиво. А, я все-таки этим мелким насыпал, да? Стервозом. Стой. Нет, не насыпал я. Вот этим давай. Досыплю. Просто у меня слабая надежда, что я заполню до конца эти. Уже. Я им сюда выцепил. А, и не целый прицеп высыпал. Тогда, наверное, не наберется. Ну, сейчас увидим. Там же, по-моему, десятка вылезает в него. А, черт, лысо вообще провалилось как-то. Как в дыру. Ладно, жрите. Так, все, осталось яйца и мед продать. И, возможно, мед там еще выпадет. Палет, но не полный, наверное. Я мед давно не вывозил. Могло уже прям переполниться все на свете. Так, комбайн там что стоит? Нет, комбайн есть, нормально. Да, так, ты, поехали. 16 тысяч, на самом деле, вообще... ни о чем. Но на аренду, мне кажется, хватит. Мне кажется, не бешеная аренда у этого, у камнесборщика. Должно хватить. И маленький трактор его не потянет. Там, по-моему, по лошадям прилично требуется. Ну, такое. Не полное, 8 полных и еще чуть-чуть. Но все равно, мне кажется, конвертация зерна в яйца, она такая хорошая. Интересно, а поверх этого я еще мед могу жахнуть? Так, где у нас хорошо с продажей яиц? Джонсон, ну туда далеко ехать, да? Ну там 50 с палета. 50 на 8, 400 денег. Блин, стоит за 400 денег туда ехать? Ну давайте съезжу, ладно. Далеко просто. Так, сейчас попробую еще мед захапать. Палет же, палет. Забрал. Ну все, на Джонсоновский маркет поехали. На быстром тракторе оно не так далеко. Ну где-то двадцатка будет. Ну, будем надеяться, что хватит на аренду. Я, правда, не представляю, как он разгружаться будет в прицеп в корыто в этом. Ну ладно, посмотрим. Мне писали, что будет. Не, ну один слой-то, а там два должно быть слоя, чтобы он полный был, мне кажется. Мёд. Палет в
областной ящик не доставляется. Так, заполнен бункер, ну извиняй, заполнен. Да, он просто денег пожрет у меня, собака такая. Вот вся его заполненность. Ну, то есть он встанет и будет стоять и деньги жрать, потому что штатный джамшут не выключается. Но я сейчас оттуда прыгну, соберу зерно, прежде чем обратно ехать, и потом все назад уже привезу прицеп и буду разбираться с подборщиком камней. Все, давай. Погнали. О, 20-ка уже есть, а еще не все продалось. Здорово. Тридцатка. Прекрасно. Так. Просто счастье. Стоит, ждет. Ну давай, давай, давай. Прогревай уже. Не, я с этим трактором так быстро не расстанусь. Мотоцикл, мотоцикл, а подхватит он, ну, ничего так. Я просто дополнение, видимо, еще какое-то куплю. Скорее всего, не очень большое. Что у меня не гигантские поля, на самом деле, чтобы тут что-то конское такое запускать. Булыган наряжает. Ну да ладно, все равно деньги в плюс пошли, это нормальный такой уже, еще поле. Слушайте, а это я им посеял как-то, я не знаю, как я это сделал, как я посеял на чужом поле, но вот это сорго мое, это я посеял. А как? На чужое это поле, нормально. Ну какой-то глюк с краем поля, видимо. Не, просто удобрять-то я его точно могу, да, а вот с посевом, потому что у них тут вот просто оно посыпано всяким. А посев мой, сорго. Интересно, а комбайн сможет его собрать? Чисто. На халяву. Ладно. Пойду куриц докармливать. А так-то курицам-то уже зерна много уходит. Жадность меня взяла, да? Мука-то. На муку меньше. На куриц больше. Не, ну яйца продавать-то оно весомее, мне кажется. Ой, как я тут... Ай-яй-яй, стой. Объезжал эти теплицы, я помню, с цистернами. Более времена. У меня прогресс игры идет довольно медленно, потому что я играю, получается, полчаса в неделю. Ну ладно, минут 40 в неделю. На запись, да? Ну, чуть-чуть за кадром там иногда. Когда как? Когда оно того требует. А люди играют уже вечерне. Понятно, что почти все эту карту прошли, конечно. О, все. Ну и этим такую вот парочку прицепов тоже, да, закинуть придется. Они хоть и мелкие курицы, жрут-то они как большие. Все, с этого момента они начали расти. Ой. Ладно, получается, тут годами правильно считать, наверное, да? В следующем, так сказать, году я, скорее всего, тогда уже куплю то поле. Может, что-то из техники. А оно то поле, оно... Сюда. Ну, оно замена вот этому, просто оно поквадратнее, поудобнее. Я потом, может, конечно, вот в эти поля пошел. Недалеко, да? Либо вот в эти. Так.
Участки. Ты сколько стоишь? 91. А вот давчу конское такое 360. А ты 140. Ты 78. Конфигурация так себе, конечно. 145, 150, 177. С какого хрена? А, участок большой. Ну я же дорогу-то асфальтовую не распашу. Ладно. Странное оно. Так. Поехали. Так. $32 нормально. Сейчас, наверное, каменную собиралку возьму поядрёнее и займусь уже сбором камней. За рулем чтобы сидеть. Угу. Игра так подвисает, смешно. Пошатывается. Блин, вот все бы эти кнопочки работали, цены бы не было, как симулятору сельхозтехники. Но согласитесь же, круто, когда вот все эти кнопочки работают, ты едешь, ты жамкаешь, прям вот. Симулятор трактора. Причем в другом тракторе будут другие кнопочки. А что за сиденье за карлика? Для карлика. Понятно, что сиденье для какого-нибудь там стажера, помощника и так далее, но уж очень оно маленькое. Всякие GPS-ы, чего только нет. GPS-ы есть, а в игре как бы его особо нет. Это что он там у меня считает? 1700, 1800? Тахометр что ли? Тахометр, наверное. Это прицеп сзади лязгает. Забавно. Вот хейтер-то, удовольствие в таком тракторе-то работать. А если еще на каком-нибудь побольше, на огромном каком-нибудь. Так вообще красота. Люблю крупную тему. На двух колесах покатался. Молодец. Так, ну и сюда. В следующий раз не забыть тут все собирать, чтобы буфер не переполнялся. Так, ну и погнали в аренду брать камни-собиралки. Перекупщик животных, блин. Так. Виноградная технология. А, кстати, что у нас для виноградной технологии? Посадить сначала все надо, да? 16. Опрыскивалка. Сороковник. А для перевозки, ну, да, наверное, что-то из этих. Комбайн еще для виноградной технологии нужен. Вот что. Так, ладно. Назад. Камнеподборщики. 200 лошадей. 120 лошадей. Бункер на 2 куба, бункер на 3,8. А у этого захват шире. 5-метровый. А у этого 24. Так, а у меня сколько в тракторе сил? $188. То есть 200 он не потянет. Давайте вот это тогда. 2 куба. 2,3 куба. 2 метра, 5 метров. Ну, давайте, ладно. Арендовать. Нормально. Так. И прицеп мне теперь. Прицеп. Корыто. А вот, блин, какое корыто. Я так, честно сказать, что-то... Много корыт-то. Ну, не там, не в конце. Булыгана оно возит. Вот так, рампа вот эта низкая. Но он под подкатную тележку. Так что возьму вот эту рампу. 6 тонн. Мало. Просто он под подкатную тележку. Я эту тележку сейчас не хочу. Ну, давайте посмотрим. Да, он под тележку в любом случае. Ну, давай вот это тогда.
Ну, других я не вижу. Крамповых корыт других я не вижу. Так что, скорее всего, это оно. То, что мне писали. Либо вот это. Но это под тележку. Я под тележку не хочу. Так. Кстати. А он больше. Может, мне его оставить себе? 16 тонн. Тут продать, этот взять. А? 36 денег. У меня денег столько нет. И даже если я вот этот продам, у меня столько денег не будет. Все. Вот и разобрались. Так, забрать. Ну, заберем все. Поперли забирать. Так, стоп. Да, стоит. Надо же куриц докармливать и уже мельницу загружать. Просто на замену этому. Тут побольше. Я, правда, не знаю, как этот трактор его тягать будет. Он тяжело его тащит. Но мне кажется, будет. Потому что там нет параметра мощности трактора. Типа, любой трактор может его тягать. Ну ладно. Ну, тысяч за 8 я его продам, конечно. Мне, в принципе, наверное, хватит. Только я без денег опять останусь. Полностью без денег. Нужен мне тот красный прицеп такой ценой или нет, хрен его знает. Но я уже арендовал, уже бабла выложил, так уже не буду дергаться. Ладно, еще с этим поезжу немножко. Вообще, да, уже посещает мысль о грузовиках, там, что неплохо бы вывозить-то грузовиком, а не трактором. Грузовик-то он шустрее. Хотя всегда возил тракторами. Обычно грузовики у меня появлялись уже в самом конце, когда просто гигантские поля, гигантские комбайны, уже вот эту фуру к нему подгоняешь и загружаешь. Но в любом случае, вот этот прицепчик маловат. Слишком часто шуршать приходится. А так бы вот все поле собрал в прицеп, да? Высыпал курицам. И высыпал мельницу остаток. И все, и разошелся. Ну ладно. Первый год с деньгами, а я уже прям это... планы строю. Давайте курицу жрите. А третий курятник я, наверное, поставлю. Ну, просто чтобы красиво было. Не жадности ради, красоты для. Оп, 15 литров осталось. Это говорит о том, что курятник полный. Орут радостно. Жрать принесли. Ну, ладно, им еще расти. Так. Так, поперли. Где моя собиралка? Это надо потом заравнять, когда деньги будут. Там, кстати, не выкинуло еще палет. Я так понимаю, что да, это все-таки был просто ровно целый палет меда. Не переполненный, а именно просто один палет. Тут ровненько один слой получился. Он пол палета, да. Так, ну ладно. 27 тысяч, в принципе, прилично. До следующего урожая даже дотяну, я думаю. А там яйки продам. И дотяну до следующего. Потому что в этот урожай, мне кажется, мне ничего покупать не надо, потому что у меня вот тут вот еще есть. У меня есть мешок удобрений, у меня есть там в банке остатки гербицида. Ну, банк гербицида, да, покупать придется, потому что я думаю, там немного осталось в этой банке. Погнали. А кстати, вот да, он, наверное, может вытряхивать прицеп. И у него какая-то там гидравлика наблюдается, то есть он свое вот корыто поднимает вверх и вполне может прицеп вывалить. Угу.
Скорее всего. Дурацкую технологию они сюда, конечно, притащили с этими камнями. Прям очень дурацкая. Не нужна. Ну, только как они реализовали. Совершенно не нравится. Прикручена, ну вот он убьет она технику, хотя мне под трактор бросится, бьет краску с техники, ну я понимаю, с навесного, с прицепа, с трактора-то как оно камнями краску бьет, а главное ничего не объяснено, а что краска, ну и что, ну побили мне краску, я и на побитом буду ездить, это поломка, к поломкам ведет или к чему, а черт его знает, игра ничего не сообщает, игре пофиг. Так, ну, не могу сказать, что тут прям размах. Обещано 5 метров, вот тут на 5 метров ни хрена не похож. Пошел. Не найдено поле. Да, конечно. Поле не найдено. Не найдено поле. Не найдено поле. Ёлки, да ты задрал. Он по вспаханному только. Здравствуй, жопа, Новый год. Да. У меня есть мой чизель. Жалкий. Короче, он готовое поле не может. Так, пошел. Ну, в смысле, со стернёй не может. А по посеянному, я думаю, он там, не знаю, зерна соберет. Ну, короче, какую-нибудь фигню сделает или перепашет урожай. То есть по посеянному его тоже нельзя пускать. Сейчас культиватором пройду. Да, прям вот целое дело с камнями. Ну, радует количество урожая. Только вожу и вожу. Так, ну что тогда? Тогда, наверное, давайте я на этом закончу. Потому что тут получается еще надолго плясок с камнями, потому что мне нужно тогда пройти культиватором, привести в удобное состояние поля, потом в камни. Вот. А уже почти час. Ну что ж, давайте тогда на этом закончим. Жмите, пишите. До новых встреч.